Самых отважных, бдительных и сильных полицейских Севастополя отметили медалями за отличие в охране общественного порядка. Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел России 6 служащих МВД нашего города получили ключи от ведомственных квартир. На торжестве в честь профессионального праздника начальник управления МВД России по Севастополю пообещал построить 4 служебных дома по 92 квартиры в каждом в течение следующих 5 лет. Уверен, что обеспечение личного состава жильем позволит решить бытовые проблемы многих семей, сделать условия жизни более комфортными, что в свою очередь будет способствовать сохранению и укреплению профессионализма среди наших сотрудников. Повышение престижа полицейской службы, притоку наиболее квалифицированных кадров. Севастопольских стражей порядка поздравил временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев. Он вручил полицейским благодарности от своего имени. В Севастополе сотрудники правоохранительных органов всегда пользовались заслуженным уважением за свой нелегкий труд. Я знаю, какой ценой достается спокойствие в городе. Благодарен каждому из вас за внесенную лепту. С дней русской весны вы уверенно стоите на страже стратегических интересов нашего региона, обеспечивая главенство закона. Для каждого горожанина человек в форме является олицетворением справедливости.